Здоровье и красота начинаются с желудка. От того, как мы составим свой рацион, зависит не только общее самочувствие, но и состояние кожи, ногтей и волос. Весна для многих – сезон похудения к лету, но жесткие диеты могут привести к плачевным последствиям. Как не потерять драгоценное здоровье в попытках распрощаться с лишними килограммами? Сбросить за неделю 5 килограммов на строгой диете и набрать после нее 10 – довольно предсказуемый итог жестких пищевых ограничений. Особенно если рацион питания менять резко. Организм в режиме стресса начинает запасать энергию. Изменять свои пищевые привычки стоит осторожно, постепенно и взвешенно. Тем, кто хочет похудеть к лету, нужно просто представлять, что реально человек без вреда для своего здоровья может терять от 1 килограмма в неделю до 1 килограмма в месяц – это нормальная потеря килограмм. То есть 1 килограмм в неделю – это, наверное, максимум, можно терять. Все, что больше, это уже идет вред здоровью. Считать каждую съеденную калорию тоже не про здоровое питание. Вы неосознанно начнете отказываться от любимых продуктов, отдавая предпочтение низкокалорийным вариантам, считает диетолог. Кроме того, такая пищевая математика может развить тревожность, что также грозит срывами. Если питаться правильно в течение всего года, вес постепенно придет в норму. Составить правильный рацион поможет метод здоровой тарелки. Есть так называемый принцип питания по методу здоровой тарелки, когда половина из рациона составляют овощи и фрукты, 1/4 – это белки, как животные, так и растительные, и 1/4 – это сложные углеводы. То есть, в принципе, по методу этой тарелки можно питаться хоть зимой, хоть летом, хоть весной, в любой период. Весной в рацион лучше включить больше сезонных овощей и фруктов. Организм сам подскажет, как правильно питаться. В теплое время года обычно меньше хочется тяжелой жирной пищи, а потому получить дефицит калорий, необходимый для похудения, проще, чем зимой. Помогают составить правильный рацион, убрать вредные пищевые привычки и привести свое тело в форму диетологи. Он, во-первых, проведет полный осмотр, соберет анамнез, выяснит, каких, допустим, может, диет придерживался раньше этот человек, какие методы похудения он использовал. Он подберет именно самый безопасный и самый полезный для здоровья человека способ похудеть, то есть сбросить лишние килограммы. Клиника «Красота и здоровье» – ваш проводник в море разных методик и рекомендаций по коррекции фигуры. Специалист-диетолог поможет составить сбалансированный рацион питания, который подходит именно вам. Записаться на прием можно по номеру +7 987 747 0205. Клиника расположена по адресу Лесная, 35.